Трудовой путь Нины Ураскиной начался в далеком 1973 году, когда она в 17 лет пришла работать в Нелитовский детский дом, который позже был переименован в психоневрологический интернат. Работа эта не из легких, как морально, так и физически, поэтому высокую награду, которую Владимир Путин вручил за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу, Нина Ивановна точно заслужила. Церемония произвела на нашу землячку глубокое впечатление. Награждение было очень теплое, конечно. Были слова большие, большой благодарности. Там были высокие чины, артисты. Меня награждали вот на их уровне. Мне дали почувствовать, что я не какой-нибудь вот, ну, работник вот низкий, а вот поставили их уровень. Вручая награды, Владимир Путин отметил, что труд, творчество, сама судьба выдающихся граждан стали неотъемлемой частью истории нашей страны, а победы и яркие уникальные достижения – это гордость России и нашего народа. Глава государства сердечно поздравил всех с высокой оценкой их деятельности со стороны государства и пожелал успехов, крепкого здоровья и счастья, новых достижений и новых побед.